Алло. Алло. Здравствуйте. Это запланированный звонок из службы поддержки Apple. Если вы готовы поговорить с консультантом, нажмите 1. Чтобы перенести звонок на другое время, нажмите 2. Если вы передумали, разговоры записываются для оценки качества работы и обучения сотрудников. Если вы хотите, чтобы ваш разговор не был записан, нажмите 1. Здравствуйте, я вот только что звонил, почему-то связь прервалась, и потом я долго не мог дозвониться. Хочу прояснить ситуацию с Apple Pay. Антон. Я хочу узнать, почему у меня не работает Apple Pay. Извините, какую у вас ошибку выдает? Невозможно совершить платеж. Невозможно совершить платеж, да? И терминал пищит, что не оплачен. Магазине. Мясо, фрукты. Да, обычно. Санкт-Петербург. И Юбер почему-то отказывается платежи ваши принимать тоже через Apple Pay. Что принимается Юбер, принимать? такси Юбер. В смысле, каким методом? Apple Pay. Карта привязана Сбера и Тинькова. Сбербанк и Тиньков Банк. И Тиньков Банк. Две карты. Дебетовая карта.
правила, и в настоящее время услуги ЭПУПЭЛ в России ограничены. Для получения дополнительной информации вы просите связаться с эмитентом карты. В смысле? У банка все прекрасно, все платежи проходят, не работает только Apple Pay. Зачем мне связываться с банком, если не работает Apple Pay? И потом, что значит работа Apple Pay ограничена? Хотелось бы понять. Я покупал устройство, на котором эта работа не была ограничена. Сейчас вы мне говорите, что работа в этой части устройства ограничена. Вам не кажется, что это обман потребителей? Алло. Да, Антон, я понимаю. Ну, а я вот не понимаю. На данный момент у нас такая информация. Хорошо. Какая у вас информация? Что компания Apple ограничила использование Apple Pay? Я правильно понял? Нет, знаете, какая у меня информация? То есть Apple Pay — это как такая аппликация. То есть в плане самого, не проблема Apple Pay, то есть это проблема банков. Каких банков, простите? То есть банк не дает... Вы хотите сказать, что мой банк ограничил мне возможность использовать Apple Pay? Или я вас неправильно понял? Знаете, чтобы пройти, то есть оплату, то есть карта должна пройти верификацию. У кого? Со стороны банка. Именно со стороны банка. То есть верификация проходит для того, чтобы оплата могла произойти Apple Pay. Нужна специальная верификация. И на данный момент банки ограничили эту верификацию. То есть, подождите, что значит, банк должен мою карточку верифицировать у вас? Я правильно вас понял? Да, вы правильно вы поняли. И вы верифицируете каждого россиянина? Мы не регистрируем никого, к сожалению. То есть, я могу вам на данный момент только эту информацию подать, потому что перепроверила. То есть российские банки ограничили использование Apple Pay, я вас правильно понял? Да, именно так. Угу. Здорово, ну хорошо. Разберемся. Пожалуйста, связаться с банками еще раз. Угу. Хорошо, спасибо. Угу. Хотите ли вы узнать баланс по карте? Нет. Чем я могу помочь? Оператор. Я не только называю баланс. Могу рассказать о последних операциях, подскажу ближайший офис, помогу заблокировать карту или подключить СМС-банк и сделать многое другое. Не надо. Спросите, и я постараюсь помочь. Оператор. Сейчас много звонков, возможно, оператора придется подождать. Какой у вас вопрос? Apple Pay. Подключить бесконтактную оплату можно в Сбербанк онлайн. Для этого выберите нужную карту и нажмите кнопку «Настройки». Там вы сможете подключить карту к СберПэй, Google Pay и Samsung Pay, если у вас Android. Или Apple Pay, если вы пользуетесь iPhone. Чем еще могу вам помочь? Оператор. Я поняла, что вам нужен оператор. Наконец. Уточните, пожалуйста, что вас интересует. Apple Pay. Подключить бесконтактную оплату можно в Сбербанк онлайн. Для этого выберите нужную карту и нажмите кнопку «Настройки». Там вы сможете подключить карту к СберПэй, Google Pay и Samsung Pay, если у вас Android. Или Apple Pay, если вы пользуетесь iPhone. Чем еще могу вам помочь? Оператор. Я поняла, что вам нужен оператор. Уточните, пожалуйста, что вас интересует? Оператор. Сейчас много звонков, возможно, оператора придется подождать. Какой у вас вопрос? Оператор.
Живут, суки, они аж убешивают. Пока идет соединение со специалистом, давайте уточним. Согласен. Связан ли этот вопрос с вашим кредитом? Скажите «да» или «нет». Нет. Соединяю вас со специалистом. Аллилуйя. Оператор ответит вам в течение 1 минуты. Ух, все операторы заняты. Ух. Здравствуйте. Я хотел бы прояснить ситуацию с Apple Pay. Почему-то он мне не работает. Антон Юрьевич, какая платежная система у вас в карте? MasterCard. MasterCard. Спасибо за ожидание, просмотрела информацию. В настоящее время ограничения вступили в действие с 10 марта 2022 года. Платежные системы Visa и MasterCard не будут работать с Apple Pay. Хорошо. А кто ограничил работу Apple Pay? То есть вы считаете, что Apple ограничил платежи? Да. А они почему-то считают, что банк. Как такое может быть? Сдается мне, кто-то говорит мне неправду. У нас указано в том, что ограничение 10 числа Apple Pay не будет работать с MasterCard. Нет, то, что у вас указано, это как бы вполне вероятно. Меня интересует, кто ограничил возможность использовать мне в Apple Pay. Такой информации, к сожалению, в контактном центре нет. А у кого она есть? В контактном центре отсутствует. Напишите службу поддержки Apple Pay, уточните информацию. Я уже пообщался только что с Apple Pay. Они говорят, что банк ограничил возможность использовать Apple Pay. Это я уже услышал. Так кто эти ограничения установил? В контактном центре нет информации, кто установил ограничения. Только информация... Может быть, она когда-то появится? Что? Может быть, эта информация когда-то появится в обозримые сроки? О чем информация? Об ограничении. О сроках ограничения? О том... Откуда взялось это ограничение? К сожалению, пока информации нет, это откуда взялись ограничения. Только о том, что они действуют. И больше ничего сказать вы не можете? К сожалению, нет. Прикольно. Почему-то компания Apple уверена, что это банк ограничил работу Apple Pay. Так в том-то и вопрос, что они говорят, что они ничего не ограничивали. А ограничил банк. Вот я звоню в банк, вы мне говорите, мы ничего не ограничивали. В итоге никто ничего не ограничивал. Платежная система у нас работает, Visa, MasterCard. Именно в приложениях они перестали работу. Если... Так почему они перестали? По вашей инициативе или нет? Такой информации нет, по чьей инициативе это произошло. Угу. Хорошо, очень удобно. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания.
В общем, подводя итог этому расследованию, я пришел к выводу, что история какая-то мутная. И либо одни говорят неправду, либо другие, либо все вместе. А может быть, это какой-то заговор. А может быть, это обычное раздолбайство. Поэтому делайте выводы сами. Ну и ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо у всех. И, может быть, даже заработает Apple Pay.